Император спит. Император спит. Император спит. Император спит. Кричал караул, а?
Кто же? Кричал караул. Извольте отвечать, кто кричал караул. Отвечать, сударь, не увиливать, кто кричал караул в моем замке. Я жду ответа, кто возмог кричать караул. Не могу знать, Ваше Величество. Если до вечера, сударь, виновного не сыщете, то я вас всех сошлю туда сошлю, куда ворон костей ваших не занесет, кричавшего в Сибирь пешком. Приказы по полкам! Постой! Дворцовую охрану в Сибирь! Пешком! Дурак! Же полковник, полковники же желтухи, полковники, полковники же. Поручики же жеребцов, поручики же жеребцов, поручики же, поручики же, поручики же. Поручик Кижи. Кижи? А?
Описка. Ой. Скорей! Скорей! Приказ! Я? Я ошибся. Ошибся? Распроноканалия. Переписать. Каналия. Давай, скорей, действуй, живей, ах. Каналия. Вы кричали караул? Никак нет. Кричали караул? Вы? Что вы, что вы? Как можно? Почему назначен поручик Киже в караул? Для порядка, ваше величество. Дурак. Подать перо. Караул не назначать. Ваше величество. Представить мне завтра на разводе. Что с тобой? Представить на разводе поручика Киже. Такого поручика в гвардии не существует. Это описка. Пойди, доложи императору. Какая мысль? Превосходная мысль. Как это она пришла тебе в голову? Караул кричал. Поручик Киже. Ага. Считать поручика Киже в живых. Ваше Величество все узнал. Караул кричал поручик Киже. А для чего кричал? Вольнодумец. Бить плетьми и в Сибирь пешком. Любопытно я знать, кто кричал караул. И я тоже любопытно знать,
Кто это осмелился кричать? Караул! Беспременно его высекут. Ой, это я его ущипнула. Ага, амурные новости. Покажи, как ты его щиплешь. Покажи. Ой, не погубите. Заступите. Попросите его величества. Теперь они полетичны. А вы помолитесь об укрощении свирепости владыки. Мне всегда помогает. Молитесь. Господи, святится имя Твое, Господи, помилуй меня. Господи, помилуй меня, чем не достойно. Господи, святится имя Твое. Господи, помилуй меня. Господи, спаси и помилуй. Господи, спаси и помилуй. Святится имя Твое. Арестант Киже. Взять. Арестант секретной фигуры не имеет. Связать его. Сто ударов! Акра! Два гренадера. По приказу Его Величества. Арестант секретной фигуры не имеет. Кругом! В Сибирь шагом! Марш!
тех пор, как ты стал графом, хуже бреешься. Зачем я нас хватаешь? Последняя французская модас. Мода. Мы сейчас все поправим. Император более не гневается. Ой. Ваше Величество, есть у меня к вам великая просьба. Говори, душка, сударыня. Все исполню. Я нынче весьма милостив. Ваше Величество, любопытно я знать, кто кричал караул? А кричал караул, сударыня, один вольнодумец, поручик Киже. И я этого поручика отправил в Сибирь пешком прогуляться. Ах, Ваше Величество, у вас нет таких верных слуг, каков поручик Киже. Он скричал караул от нежных чувств, потому что моя Сундукова его... Караул! Вернуть немедля! Ваше Величество! Марш! Благодарю вас, Ваше Величество!
Ельник мой, ельник, час мой бережный. Лютеньки, люли, час мой бережный. По той дорожке мне к батюшке ехать. Лютеньки, люли, два. Поет. Невероятное дело, дядюшка. Как же их вернуть, когда они в натуре не имеются? Исполнить приказ. Живо! Государева. Никого. А ну-ка, ближе, еще. Где ваш арестант? Не могу знать. Кто ваш арестант? Не могу знать. У меня, чтобы не сбежал, что не сбежал. Их благородие, о, царство, их благородие, господин арестант, водки берет. О, водки. Выдать водки, ветчины,
и всякую снедь. Батьке курносому, чтобы знал. Какой ты есть, мы тебя не знаем, окромя что плешивый, курносый, курносый да злой, и за царя не почитаем вовсе. Известно, что ты подмененный, а которые и тому не верят, а говорят еще, что и вовсе царя нет. Хм. Господин фон дер Пален. Курнос я? Что вы? Что вы, ваше величество? У вас нос ровный. И длинный, ваше величество. Врете, сударь? Сударь, льстец, нос и впрямь курносый. Так точно, ваше величество, курносый. Thank you.
не имеет. Полковника Киже вернуть немедля. Оно ужинает. Ужинает? Так точно. Оно ужинает? Угу. Так точно. В государстве дурной вид. Государство скучает без верных слуг. Что у меня? Что? Преданный караул. Караул? 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 Поручик Киже! Поручика! Это полковника! Полковника Киже! Бессменно мой личный караул! Нет, генерал. Генерал? Генерал Киже службу знает. И государство спасет. Он будет командовать армией. Ира! Виноват.
осторожно. Слушайте. Да, милор, да, да, два, ра! Вам в дорогу. По приказу его величества, будьте здоровы! Дядюшка привез полковника Киева. Же. Очень рад, господин полковник, очень рад. Надо представиться императору. Не угодно ли стакан лафитов? Доложи императору, что полковник измучен дорогой. Скоро явится. Какого офицера, сударыня, вы желаете замуж? Ваше Величество, привез полковника Ки... Же... Он, Ваше Величество... Мы выведем вас замуж.
Венчать! Немедля! А, как же, помню, полковник Киже, он родственник Алсуфьеву? Нет, граф, полковник Киже из Франции, эмигрант. Император говорил, дивизии Киже утруждать нельзя. Он потребен на важнейшее. Где же он? Приказ императора, чтобы жених не присутствовал. Жених секретный, фигуры не имеет. Начинайте. Ну? Начинайте же! Ли другому мужу? Нет. Не обещался ли другой жене? Thank you.
Его Императорского Величества, Государя Императора Всероссийского, Павла I, наследного герцога Голштинского и прочие, 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 сим высочайше жалуется господину гвардии, полковнику и кавалеру Киже 3000 дворов из государственных крестьян. Одновременно с сим его императорское величество повелеть соизволил онного полковника гвардии Киже произвесть генерал-майоры. Генерал. Что? Он такой скромный. Он тихий. Государь ему очень доволен. Генерал, поздравляю. Я генеральша. Вот. Да, я генеральша. Руки сжал и обнял, так что вырваться не в сил. О, ма белле демуазель! Ухватил, уронил и едва не задушил. О, ма белле демуазель! Да-да-да-да. Играть? Играть. Надо знать. Надо знать. Чтобы не больно.
сударыня, я пришел поздравить полковника. Киже. Генерала Киже назначаю командующим всеми армиями моего величества. Генералу Киже явиться незамедля. Ну что? Разрешите? Позвольте. Дороги! Стакан лафиту, а? Где генерал Киже? Генерал? Генерал убит? Что это значит? Ваше Величество, я всюду ищу генерала Киже. Что это значит, Ваше Величество? Чтобы не марать мундира, я снял его. Вы знаете службу? Возьмите. Возьмите. Да, но где же генерал? Генерал, ваше величество, опасно заболел. Пришлось отправить его в госпиталь. Лечить и вылечить немедленно.
лейб-медика. Госпиталь. Так в госпиталь. Может быть, и вылечит. Осторожно. Так. Хорошо. Больной секретный и фигура не имеет. Сомнительный. Поставить промывательный. Клещир побольше. Нет, поменьше. Генерал фон Киже. Какой странный больной. Генерал фон Киже волею Божию скончался. Именем Его Величества хоронить генерала Киже во всем параде. У моего величества болеют верные слуги. Государство в опасности. Ваше Величество, генерал Киже волею Божию скончался.
умираю. Лучшие люди. Я желаю, чтоб финансы моей империи даром не пропадали. Принести, сударь, немедля казенные деньги, что у генерала Киже остались. Ваше Величество, генерал Киже деньги проел. Откуда, сударь, знаешь, а? Я открыл, Ваше Величество, и... Принести сюда казенный сундук. Злодеяние жалую генералу. Генерала Киже разжаловать! Ваше Величество, генерал Киже покойник. Живой или покойник? Он генерал, пока я того желаю. Покойника Киже в полковнике той. Поручики той. В рядовые. Стой. Дай похороны остановить, хоронить как рядового. Thank you.
Остановитесь! Покойника Киже вернут! Покойника Киже вернуть! Стойте! Полковника Киже покойники! Да, поручики! Что? В рядовые! Душа моя, я... Полный генерал! Сегодня у меня самый верный слуга проворовался. Впрочем, всегда был вольнодумец. Караул, кричал. Да, нелегкое дело управлять государством. Thank you.